думаю, каждая девушка задумывается о натуральности той косметики, которую покупает. И как раз сегодня мы приехали узнать, как и из чего делаются кремы во Владивостоке. Не все знают, что в Владивостоке производят натуральную косметику. Сегодня мы находимся именно в такой лаборатории. Здесь мы проводим весь цикл производства, начиная от подготовки экстрактов, заканчивая выпуском готовой продукции. Мы производим натуральную косметику с экстрактами дальневосточных дикоросов. Причем это не просто дикоросы, а эндемики, которые растут только у нас на Дальнем Востоке. Это лимонник или утерокок, амурский бархат, которые очень полезны для нашей кожи. Сейчас в нашем ассортименте есть кремы для лица, тела, рук и ног, а также подарочные наборы, которые будут хорошим подарком для гостей города, как визитная карточка Владивостока. Наш край богат ресурсами, хотелось бы, чтобы жители региона пользовались этим и поддерживали нас, местных производителей. Мы производим косметику под собственной торговой маркой Real Green. Мы активно развиваемся и расширяем ассортимент. В ближайшее время готовы запустить новую линейку косметики, гель для душа и другие средства. Больше 10 лет я занимаюсь продажей косметики из Азии. У меня накоплен большой опыт по работе с косметикой, и мне захотелось создать натуральную экологичную марку с экстрактами и богатствами Приморского края. Наша визитная карточка – это кремы для рук с местными эндемиками. Это лимонник или утерокок, амурский бархат. Мы получаем из них экстракты и добавляем в наши кремы. Нам бы хотелось, чтобы каждый житель Дальнего Востока и не только попробовал нашу замечательную продукцию, поэтому мы заинтересованы в поиске оптовых партнеров и будем рады сотрудничеству с магазинами и компаниями. Также мы осуществляем контрактное производство под маркой заказчика. Компания предлагает контрактное производство косметических средств. А для кого? Например, для владельцев брендов. Если вы хотите запустить собственную линейку косметических продуктов, но нет собственного производства. Для крупных и небольших компаний, ведь можно сделать корпоративные подарки и клиентам, и сотрудникам. Для гостиниц и баз отдыха, если вы в поисках надежного поставщика индивидуальных средств для размещения в номерах. Ну и, конечно, для салонов массажа, ведь используемые в работе средства будут под вашим собственным брендом. Найти косметику Приморской лаборатории можно по адресу Боротинская, 20 и в сувенирных магазинах города, а также на сайте realgreen-shop.ru. Сюжет создан при содействии Центра «Мой бизнес» и Министерства экономического развития Приморского края в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.